Рокос 250 люкс. Большой складной городской самокат с крупными колесами, ручным дисковым тормозом и удобной подножкой. У нас на распаковке самокат серо-коричневой расцветки. Это крупная модель, которая предназначена для взрослых пользователей весом до 100 кг. Размер площадки для ног соответствующий – 12 на 51 см. Платформа алюминиевая, с резиновой накладкой для уменьшения скольжения обуви. Заднее колесо имеет диаметр 230 мм. Диск пластмассовый, покрышка полиуретановая, жесткая. Подшипник ABIC 9. Заднее колесо оснащено крылом и дисковым ручным тормозом. В передней части платформы снизу установлена большая выдвижная ножка, как у скутеров. В разложенном состоянии самокат очень устойчив и не заваливается на бок. Также сверху имеется рычаг складного механизма, который позволяет перевести самокат в транспортировочное положение. Руль опускается параллельно деке, и в таком виде самокат очень удобно переносить и хранить. Переднее колесо немного больше заднего в диаметре – 250 мм вместо 230. Вдобавок оно оснащено амортизатором в рулевой стойке. Стойка регулируется по высоте в диапазоне от 88 до 115 см, а руль оснащен складными грипсами и ручным тормозом под правую руку. Под конец отметим, что так как самокат достаточно крупный и обладает дополнительным обвесом, то вес получился немаленький – 7 кг.